Самый русский итальянец и всемирно известный дирижер. Маэстро Фабио Мастранджело выступил с концертом «Жизнь в музыке» в честь своего дня рождения. Большой зал Санкт-Петербургской государственной филармонии, друзья и коллеги, почетные гости и любимые зрители. Поздравить дирижера, чье творчество никого не оставляет равнодушным, пришли все почитатели его таланта и мастерства. Он так любит музыку, так любит свою публику, так предан публике, что он, конечно, хочет праздник провести таким образом, чтобы подготовить интересную музыкальную программу, чтобы получить удовольствие от того, что он работает на таком высоком уровне, от того, что он дарит эмоции публике. Человек очень целеустремленный, человек победы. И, конечно, я желаю ему творческой энергии, большого успеха, здоровья, личного счастья, всего, чего маэстро очень заслуживает. Маэстро провел свой праздник по традиции на сцене, управляя симфоническим оркестром «Северная симфония». В программе Верди, Бизе, Грик, Брамс, Дунаевский и, конечно, Рахманинов. На сцену вышли солисты Мариинского театра, артисты и хор музыкального театра имени Шаляпина. Концертную программу подбирал сам виновник торжества. Я очень люблю Россию, поэтому, конечно, для меня особенно важно, чтобы мой день рождения случился здесь, в Санкт-Петербурге, где я живу 22 года. И сегодня мы играем очень много танцевальной музыки, ну, классической, конечно. Мы играем Дефаля, Чайковского, Рахманинова, конечно, как без Рахманинова. Еще, ну, чуть-чуть Верди, Бизе, так что, ну, хиты. И сегодня большой праздник, надеюсь, что все как-то оценят то, что мы делаем для, в конце концов, для вас, для публики, да, мы чуть-чуть для себя, ну, по большому счету мы делаем все, чтобы радовать нашу публику. Вот уже 10 лет Фабио Мастранджело является художественным руководителем легендарного мюзик-холла, а ныне музыкального театра имени Шаляпина. Артисты признаются, работать с маэстро – одно удовольствие, которое идет рука об руку с высочайшим профессионализмом. Наш маэстро Фабио, он просто потрясающий, он просто уникальный дирижер, и всем нам, солистам, он как папа. Он всегда поможет советом, всегда поддержит, великолепно чувствует музыку и всегда помогает нам, заряжает на сцене мощной энергией, передает нам свое видение, мы заражаемся, творим все вместе на сцене, и это большое счастье для нас. Гостей сегодня собралось очень много. Я думаю, что это будет замечательный, прекрасный вечер. И маэстро поделится своей великолепной, богатой энергетикой со всем залом, со всеми зрителями. Маэстро хотелось бы пожелать побольше талантливых музыкантов на его пути. Побольше... Ну, работает он и так очень много, поэтому как бы творчество ему желать больше нет смысла. Побольше признания публики... Больше отзывчивых музыкантов, понятливых. Вот. И, конечно, долголетие. За плечами Фабио Мастранджело множество проектов и сотни выступлений, каждый из которых неизменно завершается бурными овациями. Его вклад в развитие культуры города и страны бесценен, а любовь к России остается неизменной, как и любовь к музыке, которой он посвящает свою жизнь. Конечно, Фабио привнес в нашу культуру очень много свежих красок и свежих эмоций. И по-другому и быть не могло, потому что рожденный на прекрасных Адриатических берегах, Фабио получил удивительное образование, но при этом всегда тяготел к российской культуре. И мы это видели по истории его творчества, выступая на лучших площадках мира, не только Италии. Он, конечно, прославлял нашу отечественную культуру, и мы очень рады, что он так органично вошел в петербургскую афишу. Мы поздравляем Фабио, желаем ему крепкого здоровья, такой же неиссякаемой энергии, творческих проектов, ну и, конечно, нашей поддержки. А она у него точно есть. Анна Федорова, Владимир Филичкин, Алексей Пономарев. Новости ТБН.